Масштабные совместные проекты реализуются и в области промышленной кооперации. Активно выходят на российский рынок китайские автоконцерны. Продвигаются программы создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, тяжелого гражданского вертолета. Подчеркну, Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории, готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам. No, China is exacerbating the chaos in Ukraine by supplying Putin's war machine. Despite repeated warnings, despite a red line that Biden laid down in terms of their support for Putin's war in Ukraine, China continues to help Putin. And so the idea that the regime and Xi could somehow be a peacemaker or a stabilizing force, I think, is naive at best.